створити в Україні провідний технологічний центр Європи. Unit City поєднує в собі 5 ключових компонентів: освіту, бізнес, інновації, життя, відпочинок. Перша основа міста – IT-школа Unit Factory. Майбутні програмісти вчаться за методикою французької школи 42. Наступний етап – відкриття дитсадка, школи, університету і технолабораторій. Серце Unit City – бізнес-квартал із десятками тисяч квадратних метрів інноваційних офісів і коворків'їв. Тут резиденти парку отримують сервіси для розвитку своїх бізнесів, програми підтримки світових корпорацій, допомогу у фандрайзингу, акселераційні та менторські програми, лабораторії для створення прототипів та багато іншого. Корпорації тут отримують доступ до інноваційних рішень, ідеї для трансформації свого бізнесу, площадку для тестування нових продуктів. Unit City пришвидшує доступ компаній до талантів, корпорацій, міжнародних партнерів та інвесторів. Мозок Unit City – інноваційний квартал. Він об'єднує лабораторії, акселератори, дослідницькі центри для створення та тестування нових продуктів. Unit City – ідеальне місце для народження спільних проєктів на перетині бізнесу, науки та культури. На площах міста будуть відбуватися ділові конференції, наукові виставки, фестивалі та концерти. Тут підприємці, дослідники та студенти знайдуть однодумців, обміняються досвідом та ідеями. В затишному парку міста можна буде відпочити на природі чи присвятити час спорту. В Unit City буде комфортабельний житловий квартал. Тут для комфорту жителів цілодобово працюватимуть фахівці комунальних сервісів. А магазини, спортзали, садочки, школи і офіси будуть у пішій доступності від дому. В житловому кварталі Unit City оселиться спільнота однодумців, в якій сусіди можуть стати бізнес-партнерами. Unit City – місто в місті, атмосфера якого сприяє зростанню вашого бізнесу та реалізації найамбітніших ідей. Unit City – місто інновацій. Макс Яковер, CEO Unit City, управляющий партнер Unit City. Мы начинаем на этой всегда селфи. Вы хотели, чтобы мы сейчас как-то давайте вот так вот покричали? Так сделайте руками, машите. Машите руками. Отлично, было. Да. Вы посмотрели фильм, вы посмотрели экскурсию. У нас есть один слайд, Макс, расскажи. Да. И мы уверены, что у вас очень много вопросов. Ну, мы, по крайней мере, на это надеемся. Но если у вас вопросов не осталось, то мы подготовили список вопросов, которые вам помогут. Мы готовы либо ответить там частично на те вопросы, которые есть, либо на 13-й вопрос. Мудрочек справа, самый смелый. Все плавно, отличный вопрос. Кто ответит? Или я? У нас есть на сегодняшний день один партнер, он же инвестор ключевой, Василёныч Хмельницкий. Это его проект. Мы являемся управляющими партнерами, поэтому помогаем ему в этом. Так, еще один. Мотивация какая? Это бизнес-проект, просто он длинный. И тут есть проектов не бизнес, которые не приносят денег или приносят совсем мало денег. Это его готовность помочь рынку развитием инноваций и так далее. Созрел. Вот так можно сказать, девушка. Это киевская разработка или планируете еще в каких-то городах в Украине? Или... Киевская разработка чего? Сейчас я понял, у вас два вопроса в одном. И это придумано в Киеве, но такие центры есть не в Киеве, тоже по миру они присутствуют, так или иначе, похоже. Немного, но есть. Порядка сотни таких есть в мире, разных, которые называются инновационными парками, инновационными кварталами. В Украине мы практически уверены, что после Unit City сейчас начнет появляться, в течение 5 лет появится их какое-то количество в разных городах. Во Львове строится что-то подобное, и в Харькове должно быть что-то подобное. Насколько подобное, посмотрим, когда это строится. Дальше. Можно здесь? Скажите, пожалуйста, допустим, если
Если стать резидентом Unity, и кроме того, что здесь работает, да, допустим, стоит цель найти партнера бизнеса, технического, там, да, инвестора, ну, ну, с партнерами, совладельцы. Понятно. То есть какие у вас есть мероприятия, способы, как вообще возможно, или есть ли это туса у вас? Такое ощущение, что это заготовленный вопрос какой-то такой, исключительно по нашей аналитике. Хороший вопрос, спасибо большое. Я прав, это заготовленный вопрос, нет? Я старался понять. Да, спасибо. Макс, смотрите, на территории здесь проводится более 500 событий в год. Из них порядка 50 проводится только для резидентов в различных форматах. Мы строим площадку, то есть мы за вас не найдем вам партнера. Но наша задача здесь отобрать такие компании, таких резидентов, для того, чтобы ценности, видения и интересы плюс-минус совпадали. Поэтому потенциальные партнеры на площадке точно есть. Но найдете вы их или нет, зависит только от вас. Знаете, я расскажу пример из Кремниевой долины знаменитый. То есть то, что вы туда приедете и скажете, проверяйте, я стартапер, где-то ничего не произойдет. Это адский труд найти там кого-то, кого-то заинтересовать. И есть прекрасные статьи, кому интересно, в каких конченых условиях люди живут, работают и так далее в Кремниевой долине, чтобы чего-то достигнуть. И только 0.5% их чего-то достигает. Остальные волочат жалкое существование. Тут, безусловно, нет, потому что тут есть возможность зарабатывать на других проектах, но зависит от вас. Может, это совместные пьянки, дейтинг? Пьянки, безусловно, регулярно все есть. Финансового клуба пока нет, но если есть желание, можно заниматься. Раз в месяц, да, у нас проходит нетворкинг-пати, совместные походы в Карпаты. Сегодня в 8 вечера играем в баскетбол, у нас 20 команд. Совместные марафоны, полумарафоны. Ну, то есть слишком много мероприятий. Доброго вечера. Юрий Сити, это коворкинг чи хаб? Дякую. Это Макс любимый вопрос. В чем разница между коворкингами? Хотел спросить, но постеснялся. Не стесняйтесь. Спрашивайте, в чем разница? Это вопрос тоже, да? В чем разница? Я не знаю. Кто знает? Не знаю, Google, наверное. Можем попросить ребят загуглить, они выведут на экран. Смотрите, а что, к чему вопрос? Вы что-то хотите подчеркнуть из этого вопроса? Какая разница? Ну вот, просто пункт номер 3 и как-то понравился, хотелось задать, озвучить. Смотри, мы не коворкинг и не хаб. Итак, если совсем глобально, это город в городе, где собирается очень много людей, которые работают, учатся, встречаются, общаются, и все это для достижения, для более быстрого достижения целей, чем в любом другом регионе страны или районе Киева. То есть если работать на Петровке, там, по идее, должно быть медленнее, чем тут. Мы так считаем. Ну, статистика. Никого не обидеть, извините, в Петровке нет, только по чайной есть. Да. Вопрос тоже интересный. Вы только для айтишников, нам на экскурсии сказали, что также приветствуется аллазии креативной индустрии. Так что подразумевается под словосочетанием креативной индустрии? Если вот Unity, кроме айтишников, для чего еще работает? Ну, креативная индустрия достаточно широкое понятие. Сюда входит и продакшн, и дизайн, видео, звук, музыка, любое там театральное искусство, арт. Достаточно можно погуглить и посмотреть там перечень, который входит. И здесь ряд резидентов, они, например, к вам заедет на видео. Это рекламное агентство. Международное рекламное агентство, там полный цикл производства разных продуктов. Это фильм, к нам, например, заедет очень крутые рестораторы. Ресторанная техника считается креативной экономикой. Это тоже да. Почему приоритет в IT, я поясню. IT дополнительные деньги зарабатывают на Западе, соответственно, в валюте, соответственно, с другими рейтингами. Соответственно, их больше тут, потому что они могут себе больше позволить. Если ты занимаешься хореографическими постановками, тяжело тут находиться, ну, потому что тут залов нет, специфическая история, нет сцены и так далее. Это уже другая концепция. Но в целом, да, можно. Да? Подойдет. Головой футболки. Скажите, пожалуйста, вы
позиціонуєте Юнісіті як центр розвитку інновацій? Була екскурсія, показали лабораторії, так, все це цікаво, є мікросхеми, є принтери, є багато що. Ну, ні, ні. В мене особисто... Там мало. Ну, вам сказати чесно, на мій погляд, так. Так. Як вас звати? Мене звати Олександр. Чим ви займаєтесь? Питання в іншому. Питання... Ні, мені сказали, чим ви займаєтесь. Я айтішер. Скільки ви займаєтесь IT? 10 років. Супер, класно. А чому ви спитали? Та я вам відповім. Ви задасте це питання, я вам відповім. Питання в наступному. Ось він себе так позиціонує. В чому конкретно його роль саме в розвитку інновацій? Mm-hmm. Створення чогось нового, кардинально нового. Дякую. Дивіться. Скільки часу було потрібно, щоб створити щось нове, наприклад, що, Microsoft, наприклад, візьмемо. Скільки часу вони пройшли, щоб досягнути більш-менш успіху? Ну і так, що по вашому інновації, скажіть, що по вашому таке інновативне? Інновативне — це те, що... Конкретно, кажіть. Конкретно, будь ласка, давайте візьмемо інтернет речей. Так. Давайте візьмемо, наприклад, ось я нещодавно читав, в деяких країнах можна їхати по дорозі на електромобілі, і зразу електромобіль в процесі їзди наряджається. Є така рівно 1 кілометр дорогі в Данії, є такі, реально. 1 кілометр дороги побудовані. Безпілотні автівки. Ось це, наприклад, інновації. Так, інновації, і що потім буде створювати тренди місто. Це є інновації. Просто яка роль Юніціті в цьому? Як ви... Зараз ми вам рахуємо. Гарне питання. Смотрите, тут треба просто зрозуміти, вообще, в якому бізнесі і чим ми займаємося. От ми дуже віримо в те, що условний iPhone або Tesla невозможно создать просто в отдельно взятом селе. Вот невозможно. Вот Рим создали в Блэкбери в канадском селе. И из-за того, что они были не в экосистеме, ну то есть вот они со временем продались, да, скажем так, ну, то есть обанкротились. Кстати, у них расшифровка, знаешь, как называется Рим? Research in motion. Это красиво. Так вот, наша задача здесь построить нечто, да, что с одной стороны инфраструктурное, а с другой стороны экосистемное. И вот экосистема — такое непонятное слово, если простыми словами, это сосуществование разных. Да, то есть когда есть студенты, соответственно, есть таланты. Когда есть компании, которые ищут таланты, а таланты ищут работу. Есть лаборатории, акселераторы, коворкинговые пространства, где таланты могут создавать свои проекты. Есть инновационные лаборатории корпораций. Syngenta, MedInvest, DTEC, Snap, Taxify, которые ищут технологии, и им интересны стартапы. Есть фонды, которым интересно во что-то вести. Да, вот это сосуществование разных. И мы верим в то, что концентрация компаний, талантов, технологий и событий создает такую среду и такую синергию, в результате которой внутри оно прорастает быстрее, чем снаружи. Вот это то, во что мы верим. А влияет ли это непосредственно на инновации? А если в лоб смотреть вот так, то нет. Если посмотреть на все примеры, которые есть мировые, да, но мы же не изобретаем велосипед. Да, то есть мы анализируем, вот я говорил про более статистику, да, мы все их проанализировали. Да, какие у них сильные стороны, какие слабые, чем они занимаются, что мы можем принять на нашей стадии развития. Где мы можем локализировать какие-то вещи. Вот исходя из этого, мы строим среду. Очень медленно, очень постепенно. И первые результаты должны быть через 3-4-5 лет. При этом мы работаем не только внутри, но мы работаем на рынок снаружи. Например, мы видим, что основной проблемой для того, чтобы что-то взлетело, это нехватка финансирования. Поэтому мы очень плотно работали с правительством для того, чтобы был создан украинский фонд стартапов. И он здесь был презентован 3 недели назад. И он станет нашим резидентом, уже с сентября начнет принимать заявки. Да. И мы делаем с разными корпорациями различные программы. Например, привозим менторов из долины, которые месяц здесь живут и передают свой опыт.
стартапом по 20 часов в неделю. Да? То есть наша задача – это среда. И вот через инфраструктуру, через экосистему, через проекты мы стимулируем и создаем такой питательный бульон. И мы верим, что через какое-то время это поможет взлететь этому стартапу. А є у вас якісь такі умови специфічні для стартаперів? Наприклад, у вас же є якась окрема програма для стартаперів? Наприклад, вони ж мають стати вашими резидентами, щоб використовувати всі ці блага, які ви зараз розказали. Менторів, наприклад, мати доступ до фонду стартапів українських. Всі відкриті проєкти, тобто в програмі менторів може участвувати будь-яка компанія з ринку, бо фонд стартапів – він просто наш резидент. В нем будет участвовать любая компания из рынка. Мы не замыкаемся только на себя. А для стартапов есть акселерационные программы. Сейчас идет несколько наборов, они разные. Да? Какие-то на рынке штатов, какие-то в конкретных индустриях. Сейчас идет, там, заканчивается в агросекторе. Параллельно в сектор X идет акселерационная программа там, на штатах. То есть таких программ много, да, и можно подаваться. Архитектор, да, вопрос? Ну, просто вы сказали вопрос нашему. Он сказал, что вот UDP Group застраивала, например. Но ведь UDP Group жена просто... Да, безусловно. Тут работает достаточно большая команда. Первую часть проектировал цех. Дальше, если говорить B9, там где коворкинг, это делала моноархитект. В Академии Детект, не знаю, по-моему, вы не были, эта архитектура была Махно. Внешняя нет, внутри часть Махно, часть Монархии. Здание, которое коворкинг, это проектировали одесситы. Мастер-план делали поляки. Концепцию мы писали вместе с литовцами, безопасностью занимаются израильтяне. Это мультинациональная команда. Незаготовленный вопрос. Скажите, вот так от красивых, пафосных, классных вещей к конкретным действиям. Скажите, кого я могу встретить ценного? Вот я, допустим, резидент или пришел часть поработать, тут выхожу и гляжу, не просто Бахматов идет, а какой-то... Два Бахматова. Два Бахматова, да. То есть идут люди какой-то, ой, вот он как бы инвестор, это там вечно. Ребята, во-первых, никого круче Бахматова тут нет. Все. Во-первых, вам уже повезло. А потом сейчас у нас был Стив Возняк и Яковер еще был. Вот это из тех, что... Есть тут люди, которые решают, и вот так вот, ну, много же решается в лифте. Вот если с Бахматовым как-то раз разговаривал, не получилось с ним поговорить, он был, ну так, не сошлось. Я надо сейчас сказать кого-то другого. Вот это другой тут присутствует. А кто думаете? А, присутствует. Ну, думаю, именно мы. Смотрите, например, тут форум проходит Израиль. Во время его концентрация, ну, никогда не увидите никого. Некорректный вопрос. Друзья, все про тусу. У меня туса есть. Да. Смотрите, если сравнивать тусу нашу, тусу Кремниевой долины, у нас чуть атмосфера приятнее, вот так я скажу. Да, вы должны понимать, что если вы хотите расти, лучше места в Украине нет, 100%. Если вы хотите попытаться Цуфенбергу, например, набрифить что-то, я вам расскажу, что в прошлом году стоимость его охраны была увеличена на 20 миллионов долларов. То есть сколько она была, непонятно, увеличена была на 20 миллионов. То есть просто попасть к нему, я думаю, будет отдельное приключение. Ну, вы съездите, вам будет интересно. Спасибо. Это приятный опыт. У нас 3 минуты. Давайте я спрошу. Ну ладно, мы ждали как раз. Спасите нас. Ну что, ну мы запомнили сразу. Если это инновационный город в городе, у вас больница, не школа. Да, очень. Да, планируете вы строить инновационную больницу? Да, у нас будет больница, 2 садика, 2 школы.
Ну, не завтра, но будет. Но зачем? Здравствуйте. Меня вопрос Миша зовут. Вот. Спасибо большое за экскурсию. Очень понравилось. Я хотел бы вас спросить, вы как бизнес-инвестор и управляющий, какие KPI преследуете? Вот. И какая вообще мечта Unit City? Какие наши личные KPI узнать? Не, глобальные. Ну, вы понимаете, у любого проекта должен быть свой конечный KPI, который там, он стремится в любом случае. Вот. Я понимаю, что вы здесь занимаетесь бизнес-акселерацией, вот, взращиванием этих талантов. И вообще, как по мне, это акселерация бизнеса в Украине. И хотел бы узнать, как вы есть еще какие-то. Вот. Начинаю, конечно, есть. Их много, они есть по каждому направлению, но там ключевых, наверное, три. Это бизнес меряется длина, меряется пиар-эффект всего этого дела и меряется экосистема. Касательно мечты. У Unity достроить, достроить. Мечта достроить просто. Это обычно 8-10 лет во всем мире. Это 20 даже, я знаю, один проект, который строится. Это длинный проект. Мы только начали. Мы построили всего 9% того, что ты его назовешь. Еще минимум 5. Нам бы побыстрее хотелось. Да, мы слышим вас. Добрый день. Питание. Яка процедура відбору резидентів в Unit City? Ну, просто цікаво, по яких критеріях ви вибираєте, там, всі вмовляєте, або по яких критеріях ви вибираєте? Це має бути інноваційна компанія, продуктова. Це має бути сектор креативної економіки, вона має бути українська. Це буде пріоритет для неї, звичайно. А далі ми дивимось на критерії. Я допомогу Максу. Три критерії основних. Технологія під капотом, глобальний продаж, не тільки в Україні. І третє, ми дивимося, що ті компанії, які заїжджають, більш полезні тим, хто вже є, а ті, хто вже є, більш полезні для компанії. У нас приблизно до трьох. Тобто на одне місце у нас три задоволені. Тобто аутсорсингу компанії не візьмете? Ну, возьмем. Логично приймаєте ви, так? Такое. Ну, брати не брати. Да, ми там. Пока ми. Да, і последний вопрос, вон еще. Якщо припустити, що ви тут працюєте, серйозно, так? То чи є у вас відкриті вакансії? Хороший вопрос. Ми в даний конкретний момент не набираємо. Регулярно о вакансиях пишем в Фейсбуке, в Телеграме, у себя. Возможно, с осени будет набирать. У резидентов очень много вакансий. Где-то раз в неделю 5-10 вакансий вываливается. 100%. Это рекламный резидент, у меня цикавые как раз вакансии. Короче, на месте круче партнеров? Может, напишем, Алкшиша. Спасибо большое, друзья. Подписывайтесь. Все, значит, до встречи в кулуарах.